Привет, друзья! Хочу похвастаться своими мини-стрептокарпусами. Мое новое увлечение. Очень они мне нравятся. Компактные, неприхотливые. Вот эти все цветущие кустики. Это те кустики, которые я вырастила уже сама из листочка. То есть, расскажу о сортах. Если кому-то будет интересно мою агротехнику, как я выращиваю, что, можете просто писать, и я создам такую тему. Так, вот у меня два кустика. Heartland White Gold. Вот смотрите, какая красивая. Так, пикок пока не надо мне, пикок. Смотрите, какая яркая. Это вот один кустик. И вот второй же такой же его кустик. Такой же кустик красивенький, смотрите. Вот смотрите, какие маленькие кустики, а уже все цветут. Смотрите, какая прелесть. Смотрите, вообще молодняк зацветает. Вот мне нравятся они тем, что они цветут именно вот в молодом-молодом возрасте. Так, зеленушка. Это у нас Fresh River Dance. Такая вот зеленуха, она начинает открываться. Смотрите, какие цветочки. Просто бомба. Посмотрите, какая прелесть. Смотрите. Классная растюха. Смотрите, сколько бутончиков откроется, будет бомба. Будет выставка у нас скоро. Так, мы как раз на выставку, наверное, я его и понесу. Смотрите, красоту такую. Вот. Следующий у меня. Фредс Алексис Рая. Розовенький такой стрепсик. Тоже я его вырастила, у меня два кустика. Вот второй кустик покажу, вот он растет. Вон уже, видите, бутончики сразу пускают. Молоденькие, смотрите, совсем детеныши зацветают. Видите, уже бутоны. То есть такие шустрые, что капец. Очень нравятся они мне из-за этого. Так, вот Алексис Рая такая розовенькая. А вот еще такой кустик, в ту сторону смотрит цветочек. Смотрите, какая прелесть. Так, это у меня Делис Polar Sapphire. Сапфир, смотрите, какой темный такой, прям с прожилками такими, прям с горошками, желтенькая горловинка. Класснючий ребенок такой, нравится мне. И вот не открылся еще у меня Bristol Lily White. Вот он открывается, это полумахровенький будет сорт. Сейчас я вот так вот. Оп. Видите? Был махровенький такой. Сортик будет. Так что вот такие вот у меня обзор быстренький, маленький, потому что их еще у меня очень мало. Вот, но ничего. Многие растут там у меня. Детки подрастают. Скоро будем цвести, будем выставлять и показывать вам. Растение очень классное. Говорю, что если что, пишите в комментах, что вас интересует о них. Может, какая-то агротехника, может, что-то там конкретное, может, какие-то сорта интересные, конкретные вас интересуют. Вот эта зеленушка такая. Упс, какая красавица, да? Так что вот такие вот растюхи есть. Можете приобретать. Не бойтесь, они не капризные, они не такие в уходе проблемные, как взрослые стрептусы, которым надо прохлады много. Эти нормально у меня выдерживают эту температуру. Вот сейчас у меня 30, пока на стеллаже, но вот включу кондиционер, будет меньше. Ну вот, температуру выдерживают такую. Так что вот все. Всем пока, до новых встреч. Пишите комментарии, пишите, что вас интересует. Ставим лайки, ребята, подписываемся на канал. Все, всем пока-пока.